Утверждение мира и любви тесно связано с нашей зависимостью от Бога. Мы желаем мира, но зачем? Чтобы снова нарушить все те заповеди, которые мы нарушали в мирное время и взамен этого получили войну? Если спросить людей, зачем им мир, правительство ответит – для экономического роста, кто-то скажет – для развития культуры, другие – для счастливой жизни, иные – ради развития чего-то иного. Однако редко кто скажет, что мир нужен для того, чтобы в нашей стране в первую очередь утвердилось богопочитание и вера, чтобы Бог был на первом месте. На самом деле мир часто используется нами для грехов, для взаимного обмана и подавления слабых сильным, независимо от их богатства или силы. Когда мы утверждаем, что являемся богопочитаемым народом, мы часто обманываем сами себя. Настоящее богопочитание подразумевает любовь к ближнему, что означает помощь нуждающимся. Но разве мы действительно помогаем тем, кто в нужде? Если мы внимательно посмотрим, окажется, что мы не оказываем помощь ближнему. Мы потеряли свою совесть. Без обращения к Богу, независимо от нашего состояния, мы не найдем ни мира, ни гармонии в человеческих отношениях.